Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка заказов Фаберлик по пятому каталогу. Еще один интересный заказ, итак, поехали. Здесь 50 баллов, итого у меня на этот период 100, я продолжаю участвовать в VIP-программе и поддерживать свой VIP-статус, потому что его вернули, можно взять продукт со скидкой, и консультантов вроде как изредка дают, поэтому пока так. Две коробки. Почему? Не знаю, не спрашивайте. Давайте начнем с маленькой. Что тут у нас? Как всегда, открываю с вами. О, я знаю, что тут, я уже вижу. Помните, я вам показывала короб большой, я заказывала. Мне он безумно понравился. У меня туда почти все Крестюшкины игрушки влезают. Но в будущем я эти коробы планирую использовать в шкафу. Но когда это будущее будет? Поэтому пока так. Для чего буду использовать эти, не придумала, но взяла. Это вот такой комплект из двух. Здесь один у нас с вами лавандовый, один такой оливковый, да, я бы больше сказала. Салатово-оливковый. А, тут еще. Не только коробы в отдельной упаковочке. Так, смотрите, артикул 910-348. Вот так выглядит упаковка. Большой у меня вот в таком цвете. Я бы хотела все вот в таком, но мне захотелось набор потестировать. Я люблю такие цвета. Кстати, вот этот цвет, лавандовый, фиолетовый, сиреневый, такой вот оттенки его, это тренд 22-го года, имейте в виду, кто не знает, и в дизайне, и в интерьере, и везде, и в одежде. Так, ну мы с вами, конечно же, сейчас распакуем и все посмотрим. И я вам покажу вблизи, как они выглядят. Мне очень понравилось качество. У меня есть подобные просто коробы из фикс-прайса, да, но они вообще рядом не валялись, вот честно. Они плотные, игрушки напиханы, но он стоит плотно, они еще и с крышкой, они еще и с ручкой, в общем, она у меня там катается, Ксюша ее катает, да, поэтому качество отменное, мне очень понравилось, мне не жалко никаких денег, а сумма за два короба, кстати, хорошая, только размер, да, но размер не очень большой, потому что, вот видите, дно, оно очень плотное, его даже тяжело согнуть, тут как, я бы даже сказала, не картон, а ДСП, ДВП, вот такая коробочка. Вот она. Они у нас с вами сложенные приходят, но когда мы вставляем дно, они ровненькие и классные. Вот здесь есть ручка, и здесь есть этикеточка Фаберлик Home. Я вам покажу поближе обязательно. И, кстати, вот настолько все продумано, дно, когда хотите достать, здесь есть вот такая петелечка. То есть вам не надо ничего поддевать, мучиться и так далее. Смотрите, какая прелесть. Вот такой вот короб. Так, и второй. Соберем с вами. Подумаю, что туда буду класть. Мне кажется, даже поставить вот так косметику, тут какие-то парфюм хранить, он такой вместительный, или средства для волос какие-то, расчески. Вот можно придумать подо что угодно, в принципе. Очень красиво, очень стильненько. И стенки тоже такие же плотные, то есть практически несминаемые. Добротный товар, девчонки, очень рекомендую. Так, поехали дальше. Так выглядят ящички. Вот такие вот они красивенькие, достаточно глубокие, и вот так выглядит зеленый. И материал такой достаточно плотный, и прошито все отлично, мне нравится. В этом заказе у меня есть товары из раздела бизнес-аксессуары. И что вам хотела сказать, вот эти 50 баллов мне вышли на 5300. Если эти бизнес-аксессуары убрать и убрать коробы, которые дают низкий балл, то заказ 50 баллов вышел мне где-то по деньгам 4300. Да? Объясню почему. Очень выгодно покупать БАДы, за них очень большой балл. Очень выгодно покупать парфюмы и некоторую декоративную косметику. И то есть, если из таких продуктов собирать заказ, то заказ в 50 баллов можно собрать на 4000 вполне реально. Так. А, вот как раз бизнес-аксессуар. Я взяла вам показать. Это у нас с вами, девчонки, как это называется? Упаковочка для декоративной косметики. Вот такая подарочная. Стоит копейки, не помню сколько. Артикул 781. Она у нас с вами как-то должна складываться, да? А как? Догадайся, мол, сама. А, вот так, смотрите. Мы ее вот так с вами выпрямляем. И вот этот, а я делаю так, хоп. И вот этот, вот так, хоп. Так, нет, сначала надо согнуть, наверное, другой. Вот этот, да? Ну, в общем, это красиво, презентабельно. Если вы являетесь консультантом, который работает на какие-то праздники. И вообще, а, вот как все, поняла. Сначала загинаем это. Подарить. Ну, не подарить, а отдать заказ в такой упаковке. Мне кажется, это вообще круто.
Я обязательно кому-нибудь что-нибудь в этой упаковочке задарю. Мне очень понравилась идея, здорово. Так, что у меня здесь еще? Распродажа по срокам годности. Я успела ухватить майонез за копейки. Я не очень его люблю, но там что-то 30 рублей, девчонки, почему бы не взять? Артикул. А, по-моему, срок годности до мая, если я не ошибаюсь. Сейчас я гляну. Да, до мая. Даже до 16 мая. Поэтому это даже не по срокам годности, это нормальный майонез. 161,21 артикул. Съедим. Так, дальше заказала, девчонки, из БАДов ньютоник. Заказываю первый раз. Будем пить. Обязательно расскажу отзыв. Это у нас жевательное драже. Я взяла для Ксюши. Хочу, чтобы она пропила. Здесь в составе фруктоза, усилитель вкуса, аромата, глицин, янтарная кислота, витаминный комплекс Е, В1, В2, В6, В12, АС, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, экстракт ромашки, подсластитель. Мне кажется, очень крутой БАД. Артикул 157.32. По крайней мере, все, что я пробовала, Федорик, мне все безумно нравится. Крышку открыть не могу, представляете? О, открутила еле-еле. Они все у нас вот так приходят зафольгированные. Кисленьким чем-то пахнет. И вот такие здесь таблеточки. Бежевые, такие красивые, с краплением. Вот такие большие. У нас с вами как принимать нужно? Так, способ применения на банке нету. Ладно, посмотрю на сайте. По одной, по две. В общем, я хочу подавать Ксюше. 30 штук здесь у нас. Посмотрим, что будет, расскажу потом. Потом из БАДов по VIP-программе со скидкой 70% я взяла впервые Доброген. Я взяла его сестре. Хочу, чтобы она попробовала, потому что как бы есть такая необходимость. 157,29 его артикул. Я у вас спрашивала, было очень мало на него отзывов. Но все, кто писал, все писали положительные. Да? Поэтому я не буду его вскрывать. Я чувствую, что здесь какой-то порошок. Да? И она пропьет, я обязательно вам отзыв на него дам в обзоре каталога или пост напишу. В общем, я хочу, чтобы она попробовала. Вот такой вот Доброген. Кто пробовал, девчонки, тоже напишите. Так, и мы с вами теперь вскрываем другую коробочку. Это была маленькая, она закончилась. И вот у нас с вами другая коробочка. И здесь у меня, знаете, что есть? У меня здесь есть футболка. Она тоже не давала балл, поэтому я говорю, заказ у меня на 50 баллов вышел на 5300. Так бы еще дешевле. Футболки, по-моему, в разделе бизнес-аксессуары тоже, если не ошибаюсь. Она за копейки вышла, что ли? За 300 с чем-то рублей. Почему не взять? Здесь универсальный единственный размер. Я смотрела на 56 размер. Женщины писали, что хорошо. One size. Да? А, цвета разные. У меня фиолетовый и артикул 730-75. Здесь спереди надпись «Фаберлик». Буду вам снимать видос в этой футболке. Так. Чтобы вы знали просто, что это есть, да, что есть вот такие вот интересные штучки, Фаберлик, потому что я, допустим, в этот раздел редко заглядываю. Вот такая футболка. Она почему-то вам камера делает ее синей. Нет, она фиолетовая. Угу. Вот. Вот, вот ее цвет. Вот такой цвет, девчонки. Даже фиолетовый. Ну, камера, ты чего? Ну-ка. Ага, без меня вообще делает синий. Она еще фиолетовая. Она прям фиолетовая в полном смысле этого слова. Не знаю, почему вам не передать. И она действительно большая. На 56 размер будет нормально вполне. Она большая, классная. Ну, давайте я сейчас примерю, покажу. Вообще крутецкая. Здесь свободный рукавчик. Классный вообще. То есть вот до 58 размера. Ну, в облипку, правда, потом там будет. У кого 58, она длинная. Она практически попу скрывает. То есть мне прям свободненько. Прям свободненько, хорошо вообще везде. На 52-й, 50-й тоже будет смотреться хорошо, потому что сейчас модно такие футболочки оверсайз. Мне очень нравится, я такую на улицу таскать буду. А почему нет? Так, ладно, поехали дальше. Дальше что у меня? Бустер. Бустер тоже урвала, девчонки, успела. Global Oxygen по срокам годности. Здесь у нас срок до... Сейчас, если найду, скажу. На упаковке, наверное, нет. Так, артикул пока, артикул 57,99, мне безумно нравится вся эта линейка, а бустер нравится чем? Он, знаете, как такие силикончики на вашем лице, почти мгновенно впитывается, выравнивает тон, делает кожу такой гладенькой, бархатистой, морщиночки даже какие-то мелкие, мимические сглаживает, и как база под макияж вообще идеально, поэтому мне нравится. Абсолютно для любой кожи подойдет, для жирной, для сухой, для возрастной, мне он очень понравился. Так, сейчас посмотрим по срокам, тоже до мая была распродажа. Ага, от 11-20, а срок годности у нас с вами сколько? Смотри на упаковке. Не знаю, девчонки, в общем, от 11-20 он, а срок годности у него, догадайся, мол... А, 18 месяцев с даты изготовления, значит, 11-21 плюс 6 месяцев, 12-е,
первый, второй, третий, четвертый, пятый. Короче, до мая. До мая еще глаза вылупить можно использовать. Он крутой. Если будет на него хорошая акция, хорошая цена в каталоге, я и по полной его брала и буду брать. Он выдавливается, как вот такая пенка, потом распределяется. Очень быстро, практически мгновенно впитывается и оставляет кожу такой нежной, бархатистой, выровненной, гладенькой. Вещь. Так, дальше, девчонки, что это у меня здесь в упаковке? А, емкость для специй. Я взяла емкость для специй, была хорошая цена. Артикул 116.01. Вот так она выглядит. Может быть, потом возьму вторую. А, я знаю, что такие вещи Faberlic добротные. Раньше я как-то вот аналоги заказывала на AliExpress, еще где-то на каких-то маркетплейсах. Нет, не то. Вот, поэтому вот так. Faberlic Home. Здесь у нас, смотрите, крышечка, которая крутится, не крутится. Откручивается, да, здесь несколько делений и мелкие есть. А вот как ее повернуть пальчиком, наверное, так. А, вот она крутится, все. Я не знаю пока, что я туда насыплю, наверное, соль. Вот так она крутится, да. И мы выбираем нужный нам с вами режим. Красивая, стеклянная, а крышечка железная. Такая вот. Так, дальше, девочки мои. А у нас с вами средства для мытья посуды, потому что предыдущие я отдала свекрови. Говорю, сейчас все дорого, набрала и бытовой химии, пакет собрала, отдала. Поэтому себе заказала еще. Так, 0+, естественно, как всегда, сода эффект, свежий лайм. Артикул 397. Люблю его, хорошенькое. Хорошо очищает. Пахнет действительно лаймом, вкусненько. Достаточно, кстати, вот это именно густое, переливается не сразу, не быстро. Поэтому буду пользоваться очень отлично, чтобы бытовая химия у нас не исчезла. Так, дальше. Насколько я знаю, в Казахстане, в Беларуси, везде тоже она появилась, и девочки очень радуются, поэтому приятных вам покупок. Так, заказала гели для душа, девчонки, за которых был хороший балл, и которые были дешевые. У меня таких три. Ну вот, кто делает баллы, да, гели для душа со скидкой вышли по 103, по 107 рублей, а баллы за них там полтора почти, поэтому... Я собирала максимально выгодный заказ, пусть я возьму меньше позиций, но мне было важно, чтобы он был выгодный и высокий балл. Первый – Австралия. Они все где-то одной ценовой категории. 17-17. Я не помню, брала его или нет, но мне из этой серии Bonjourno гели для душа очень нравятся. Они хорошо пенятся, они хорошо пахнут. Ой, крутецкий какой. И я бы даже сказала, унисекс, как мужской, его тоже можно использовать. Здесь макадамия и моринга. Вот. Классный, пахнет обалденно. Какими-то тропическими фруктами, плюс какая-то шипровая душка. Так, ботаника был с хорошим баллом, по хорошей цене, 87,59. Я такой, мне кажется, не брала. Ромашка овес, нет, точно не брала. Класс. Зелень, цветочки, какая-то легкая кислинка, очень вкусный аромат. И даже немножко меда почему-то чувствую. Вкусненький, классный. Здорово. Гели тоже достаточно густые. Гели ботаника вполне себе. Так, и взяла обновляющий лак-крем. Вот такой. Давно не брала. Это у нас с вами с фисташковым маслом, молочными протеинами. Артикул 86-77. Я, по-моему, такой не брала. А, миндалем пахнет, как миндальная серия на лак-крем. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень здорово. Очень вкусно. Кто любит вот миндальную серию, вы тоже оцените этот гель для душа. Супер. Так, дальше. Взяла вот такие штучки нам с Ксюшей поиграться. Мы любим перед сном делать друг другу массаж и вообще проводить время с пользой. Поэтому взяла. Они давно у нас уже есть, но как-то руки до них не доходили, не видела необходимости. Это набор массажеров Суджок. Как их применять, мы с вами почитаем на сайте, а артикул 110.34. Распакую, покажу. Мне кажется, вот таким мы друг другу по спинке, когда будем катать, будет очень круто. Сейчас, да, распакую. Распаковывается вроде нормально. Распакую, посмотрим. Вот они массажеры. Они такие, знаете, как пластик, это не железо, но они достаточно острые. Уже попробовала их катать в руке, очень удобно. Вот у кого заболевания плечевого комплекса, там типа хондроза, да, грыжи какие-то, не имеют конечности, в том числе руки. Мне кажется, это очень круто. Да, и вот эта штука, видите, у меня даже след остался, тоже хорошо разминает. Ее, я так поняла, надо катать по пальчику. Смотрите, как красиво, какой красивый колечко. Да, как блестит, переливается. Вот так. Вот, классно, тоже здорово массажирует, прямо эффект чувствуется. Они такие достаточно тяжелые, и внутри там есть шарик. Вот здесь слышно, что он внутри там какой-то есть, да? А сверху, вот слышите, это как пластик. Такие шипы. Ну, классно, здорово. У меня тоже периодически не имеют руки. И вот так посидеть, поразминать, прям здорово. Обещала передать привет и передаю. Муниса, тебе огромный привет и всем твоим тысячам узбечек. Девочки, вы настоящие умнички.
Дальше, девчонки, собрала себе уход. У меня кончилась серия One Week Miracle, осталась одна сыворотка, и я решила собрать себе уход Гардерика. Гардерика, не знаю, как правильно, хотя уже 3 года Фаберлик, но как правильно, не знаю, кому как нравится, да? Вот. Я сама эту серию еще не пробовала. Я вам оставляла только отзывы своих знакомых, своих друзей, кто брал, все, всем нравится. Я помню, кто-то из девочек жаловался, что здесь дозатор ломается. Посмотрим. Пенка для умывания. Так, артикул 0747. В следующем видео будем с вами тестировать. Посмотрим. Так, дневной и ночной кремы. У нас с вами так первый какой дневной крем. Я взяла именно в тюбиках, потому что в тюбиках поговаривает народ. Вы поговариваете, мои хорошие. Они немножко полегче, в баночках поплотнее. Хотя у меня кожа сейчас нормальная и не требует сильного увлажнения, не требует подсушивания. То есть она вообще нормальная. Но все-таки решила взять. А, кстати, здесь еще дневной SPF 6. Маловато, но хотя бы, да? Комплексно в АФТМ, все круто. Так, дневной у нас с вами крем 0741 и ночной 0742. Давайте посмотрим хотя бы на тюбики. Ну, тюбики обычные, слушайте, как ботаника, да? Вот так выглядят запаянные все. В общем, в следующем видео протестируем, да, чтобы не быть голословными. И обязательно в обзоре каталога тоже вам отзыв оставлю, потому что уже какое-то время успею попользоваться. Дальше, девочки, я взяла палочки, потому что мы их обожаем всей семьей, особенно Крестюшка обожает их жевать. Да. Они крутые. 910, 254 артикул. Они очень крутецкие. Они твердые. На них очень плотно намотан хлопковый материал, скажем так, его обзовем. Ими одно удовольствие, например, мне чистить уши. И здесь у нас их много. У нас их здесь 200 штук. Хватает надолго. У меня свекровь их тоже полюбила. Такие вот палочки очень классные. И здесь не сильно, как бы, много намотано вот этого хлопкового вещества, да. Они натуральные, палочка бамбуковая. В общем, очень удобно. Я аналогов в магазине не встречала. Мне удобно, поэтому я беру их на постоянной основе. Еще, девчонки, взяла шампунь-активатор густоты волос. Очень захотелось попробовать. Я пробовала регулирующий шампунь для жирных волос. От Перхоти, по-моему, из этой серии. Вот этот как-то никак. Стимулирует рост волос, увеличивает густоту. У меня как раз сейчас в использовании такой бальзам. Буду тестировать, буду рассказывать. Артикул 1691. Эту серию вообще люблю, любовную любовью, девчонки. Она еще и лечит. Поэтому, кто не пробовал, кто мицеллярочку ищет для подростков. В серии Эксперт Фарма обязательно. Она не щиплет, очень деликатная. Серия крутая на самом деле. Отдушка. Ну, такая средняя, косметическая. Ничего отторгающего, все отлично. Дозатор, единственное, мне вот не очень нравится, допустим, когда у шампуня вот такой дозатор. Ну ладно, тем не менее. Он у мицеллярки, по-моему, у нас с вами такой, да? Буду пробовать, тоже отзыв вам обязательно оставлю, как волосы себя поведут. Пока мне из этой серии нравится все, особенно разогревающая маска. Так, ну на этом все, мои хорошие. Вот и весь заказ мы с вами разобрали на 50 баллов, да, вот такой интересный, много интересных позиций. Буду отзывы по мере поступления поставлять, оставлять и... В следующем видео все, что можно, с вами протестируем. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Сейчас Фаберлик дарит деньги. Это очень круто, на самом деле. Грех не воспользоваться такой акцией сейчас. Да и вообще, деньги получать всегда приятно. И тратить их на то, что ты хочешь, а не получать подарок, да, который тебе не нужен. Я считаю, это лучше. Ну, на мой взгляд, да. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.